Так, ну, мы находимся в селе Николаевка. Вот народный депутат Василий Гуляев пригласил нас на инспектирование той дороги, по которой к нему обратился Левчук с письмом о том, что надо провести ремонтные работы. И были некоторые жалобы, кто говорил, что там асфальт сюда отпадает, прилипает к колесам. И сегодня специально вот депутат нас пригласил, чтобы посмотреть, на самом деле, как проведены качественные работы. Ну, на самом деле, мы больших претензий лично я не вижу. Не знаю, Василий Александрович, у вас как? Пока претензий не вижу, сейчас мы проедем по всей дороге. Да. Действительно, были на совещании, сказали, что люди прилипают к ногам, но мы видим то, что было. Нет, это, конечно, не обои земля. Да, хочу сказать предисловие. Я разговаривал с губернатором, то есть в конце этого года было обращение от Левчука, было очень много дорог, но когда обратились к губернатору, он сказал, какая самая плохая дорога. Вот было озвучено это на внимание, потому что все знаем, 2 месяца назад здесь не то, что маршрутка, и не маршрутка, не легковая машина проехать не могла. Мы сегодня видели дорогу, сейчас увидим, но то, что, будем так говорить, ремонт удовлетворительный, по крайней мере, можно сказать. Я не могу сказать, отличный или нет. Есть места, понятно, видно. Но это все зависит от денег. Ну, те выделенные суммы денег, чтобы провести ремонт, этого недостаточно. Чтобы сделать здесь полный объем работы, наверное, то надо 1 200 000, наверное. Да, тогда надо было ждать еще, я думаю, что лет 5-10. Я думаю, что на сегодняшний день главное, чтобы сохранить маршрутное сообщение, чтобы оно ходило, ну и чтобы люди добирались и, будем так говорить, не сильно жаловались. Ну что ж, с места событий, с народным депутатом Василием Гуляем, журналисты Роман Вашнидзе, Андрей Хлопчик, после инспекции дороги между селом Николаевка и Кологлия.